что, захотелось выполнить квесты в Тусенте, которые дадут меч Рандит. Так, краткая справка, это топовый меч в игре. И вне зависимости от уровня его вот прокачивается. На каждом новом уровне он прокачивается по урону. Ну и чтобы этот квест получить, нужно отправиться на остров в Тусенте. Так, сейчас посмотрим. Вот остров находится вот здесь, и в острове есть озерце, озерцо маленькое. Еще где-то есть квест. В общем, нужно 5 добродетелей выполнить для того, чтобы меч получить. Там надо будет сразиться с мужиком на острове на этом. Одну из 5 добродетелей мы сделали, это щедрость. Когда в начале квеста перемена на мутации, мы дали пацану 5 новиградских крон. Насчет пещеры уж точно не помню, где там это находится. По-моему, объявление какое-то есть. Еще 4 квеста. На доблесть, вроде как кулачный бой. На честь, народный герой. В городе, по-моему, квест. Там надо будет статуи причиндалы вернуть. Мудрость — это вот как раз пещеру найти, где там 3 брата будут, и чтобы никто из них не умер. И еще сочувствие — это квест равновесия в природе. Ну, я выбрал те квесты, которые проще всего сделать, чтобы особо не пересекаться с основным сюжетом там и особо по карте не ездить. Самые простые. Есть еще там варианты. Так, попробую сделать. Рандит почему хочется сейчас, потому что основная игра не пройдена, а в оригинале мы его получаем только в Тусент, когда приходим, и там уровень не позволяет. А здесь у нас уровней у заданий нет, благодаря дополнению к хост-мод. Можно будет всю оставшуюся игру с Рандитом бегать. Не знаю насчет гроссмейстерских доспехов, может быть тоже позже соберу их. Потом уже спокойно всю игру проходить. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие.
Нет, это не помню, может быть это. Да, это равновесие в природе. В Баклере все спокойно. Вот кулачный прицел. А вот это вот пещера для мудрости. Вот, и вот это как раз квест «Народный герой». О, охрану ищут. Обычно я такими вещами не занимаюсь, но, может, стоит попробовать? Походу можно заняться кулачным боем. Алчные, да брошены будут в огонь все пожирающие. Хвостатый! Пиздохлоп хвостатый! Кто отважится вызвать могучего колосса? С его силой сравнится только его скорость. Кто закроется от таких ударов? О, кажется, этот с виду знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Колосс? Интересное прозвище. А у него есть имя попроще? А зачем? Колосс — это звучит гордо и подходит ему. Ну как, драться будешь? Хорошо, давай драться. Эх, скучно, мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Не хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь мое время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьешь три моих удара... Ты выиграл, только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно?
И если у тебя все получится, я тебе еще и ставку удвою. Такой ты щедрый. Нет, я просто знаю, что у тебя не получится. Еще никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьешь три раза? Идет. Я твои удары без всякого труда отобью. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азарт. Только помни, пока я удар не начал, блока не ставить. Все время в защите стоять, не по правилам. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. Ведьмак принял вызов колосса. Закрывайся! Дед! Слишком быстро для тебя, да? Невероятно! Ведьмак отбил удары колосса! Никому раньше это не удавалось! Твоя доля! Спасибо! Тебе остались поединки со шваброй и с рыцарем по прозвищу Тихий Омут. Ну, если хочешь потом драться с мастером. Швабра обычно крутится возле доков к югу от верхнего города. А рыцаря можно найти в самом верхнем городе, у переулка рыцарей наживы. Пиздохлоп хвостатый! Вы, уважаемый, держите себя в руках! Вы, уважаемые Боклей! Ведьмак, спаси нас от бестий! Пиздохлоп хвостатый! Возле доброго вина девушка редко бывает одна. Нет тут ничего такого. Миленько у нас, а? Вино, спокойствие, пейзажики красивые. Это точно. Быстрей. Не желаешь ли испытать силу с Тихим Омутом? На севере должно быть страшное варварство. Ну что, сразишься с Тихим Омутом? Давай уже, давай! Мне нужно знать, кого я буду охаживать кулаками. Почему этот рыцарь не открывает ни лица, ни имени и не говорит ни слова? Умерь любопытство. Рыцарский обет — это не игрушки. Тихий Омут не откроет ни лица, ни герба, пока кто-нибудь его не одолеет. Так будешь драться или нет? Вызываю тебя на поединок. Угу. Благородные дамы и достойные господа! Сейчас начнется бой! Иди, иди сюда! Oh!
дамы и господа! Ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута! Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар, точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? 13 век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Ха. Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Остался только Швабра. Поищи его в доках к югу от верхнего города. А потом сможешь испытать свои силы в поединке с мастером. Из-за тебя теперь икота. Значит, ведьмака надо было вызывать? С нами ему не справиться. Язык ранит так же, как кулаки. От его слов взрослые мужчины и тебя покажешь нам класс. Этот по мне больно тупой. Ну, если он и языком трепать не приучен, так я его одним ударом завалю. Интересный квест. Надо проверить диалоги. Будешь участвовать? Не исключено. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Швабра, видишь ли, боец необычный. Швабра? Никогда не слышал такого имени. Не по имени следует оценивать противника. Сударь Швабра – отважный дворник, а с силой его ударов может сравниться только точность его попаданий. Хорошо, начнем. Да ты как лист трясешься, погремушка-потаскушка. Ну давай уже драться, что ли. Главный на ринге шутник – это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Тут три варианта. Можно не впопад сказать. Не помню, короче, что будет, но давайте попробуем. Какая еще херня? Ты себя послушай. Ты что такой бледный? Сейчас тебе пендель отвешу победный. Страшно? Боишься? Вот это типа в рифму. Этот вариант всегда к драке, наверное, приводит. Воняешь ты страшно. И шутки у тебя дурацкие. Фух, хуже ответа и быть не могло. Руки как крюки, язык как весло.
Это в рифму опять. Ладно, хватит уже. Ты слабак и просто не хочешь драться. Закончим это жалкое представление. Не умеешь ты веселиться. Выходи на бой! Ну, наконец-то. Ведьмак побежден! Ему не удалось победить швабру его же оружием. Может, в другой раз ему повезет больше. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ты... Шваб? Хорошо. Ну давай. Попробуем после того, чтобы первую рифму провалить. Какая еще херня? Ты себя послушай. Ты что такой бледный? Сейчас тебе пендель отвешу победный. Страшно? Боишься? Страшно ударить тебя во всю силу, чтоб венок не тащить на могилу. Страшно, что я побеждаю всегда. Сдайся, пока не облезла пизда. Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой. И запросишь пощады. Ну ты... Это... Того... Должен признать. Умеешь ты словом приложить. Ты выиграл. Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, ты выиграл. Ведьмак победил! Он одолел швабру его же оружием! Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя ух как разнес. Да, ясен пень. Ты снискал право сразиться с мастером. Непременно отыщи его в доках. Поздравляю, я впечатлен. Спасибо. Да уж. Yeah.
Но! Бабе никогда веры давать не следует. Запомни! Детишек не перепугаешь. Белый волк! Сука! Помогите! Я слева зайду! Рассупонивайся! Ты это кто, белый ведьмак? Геран? Он, говорят, этого... Молчуна, Колосса и Швабру взял и победил. Да? Кто не бьет с нами, тот против нас. Как бы мне найти бойца по прозвищу Мастер? Мастер, Маэстро, Непобедимый. По-разному его люди зовут. Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером, только он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда в человека не ударил. Драться с трезвым – это как танцевать без музыки. Ты драться точно сможешь? А, мастер, ты же пьяный. А это уж мое дело. Че зря трепаться? У меня водка стынет. Уж драться или где? Да, я тебя вызываю. Ща-ща, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь теми, кто пить не хочет. То есть? То есть пей, брат? Или вали отсюда. Ну что ж, ладно. Господа, мастер будет драться. Наконец-то. Можем начинать. Ну тоже. Ну, сколько мне еще ждать? Oh!
Побил меня. Такого столько лет не случалось. Ну и кулачищи внушают. Спасибо. Ну, надо выпить за это дело. Хороший бой. Я тебе так скажу. На самом деле хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Вот твой приз. Кто не бьет, тот не живет. Шевелись, плотва. Я видел мертвых людей. Привет, куколка. Дорого берешь? Ищу хороший провиант. Я в рейс иду. Лучшего, чем у меня, не найдешь во всем городе. Дурель шайс. Говорит лебеда, алчность до денег есть корень зла. Очень ты мне понравился. Все ведьмаки настоящие мужики. Хоп-хей, ла-ла-лей. Расходитесь! Лотва, не так быстро! Памятник Реджинальду Делбре закрывается до особого объявления. Как закрывается? Мы весь день сюда ехали! Вы лжец! Гони назад наши деньги! Не вмещай! Ваши билеты действительны! Просто подождите, пока выставка вновь откроется! Прошу всех разойтись! Памятник закрыт! Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Постой. Ты тот самый ведьмак. Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление. Там что-то со статуей? Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей? Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он. Гордость наша, Реджинальд Делбре. Величайший любовник. Искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца? У статуи? Ну, это же никакая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Реджинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу,
каждый оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и сам ими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Все получится. Должно получиться. Вроде как на Максе пригодится. Явные следы пилы. Да, хирургически спокойно, точная кастрация. Засохшее пятнышко крови. Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Этот запах должен привести к вору. А разбойника Филиберта Четырехпалого потому так зовут, что когда-то он в гильдии Гондоре работал, обручи на бочку ставил и палец себе отрубил. Не может быть! А где у змеи руки? Запах ведет к этой двери. Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести, я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Тссс, Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное стечение обстоятельств. Что? Это не мой муж. То есть, это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь, не то я гвардию позову. Остынь, я хочу поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда де Абре? В
этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Похоже, ты о нем много знаешь, Джус. А ты случайно не слышал, кто украл его яйца? Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты там. И ты, и твой хахаль. О, нет, еще и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Ой, что ж тут делается? Розалинда, одного бы я тебя простил, но двоих за раз! Погоди, погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя отучу лезть к чужим женам. Мне сейчас не до того. Иди, иди домой. Да, так будет лучше. Я уже ушел. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага. Так, надо поговорить. Розалинда, любимая, ты нам позволишь? Ну ладно. Признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже три раза. Три раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе еще на денек или на два? Ну, или на три, не больше, а? Ничего не выйдет, прости. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот, забирайте. Спасибо и удачи. Я думаю, ты и без них неплохо справишься. Нашел ты причиндалы Реджинальда? Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда! Это и правда они! Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Реджинальда. Абсолютно бесплатно. Я плачу. Так страшен.
как его малюют. А у чудовищ бывает мама? Пошла. Но! На помощь! Помогите! Спасите! Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат! Он остался там! Помоги нам, найди его! Мы тебя наградим! Нахрена вы туда полезли? Мы заблудились. Да ну, в пещере заблудились. Пророк Лебеда! Ну не все ли тебе равно? Может, мы туда за шампиньонами пошли? Или просто побродить? Гюго остался внутри. Его там сожрут сейчас. Вот что важно. Ты спасешь его или нет? Каждая секунда на счету. А вы видели, что на вас напало? Куда там? Как только земля начала шевелиться, мы сразу к выходу помчались, а Гюго в другую сторону. Значит, чудовища полезли из земли. Ну, должно быть так. А в общем, я не знаю. Мы ведь не присматривались. Мы ж бежали. Так это вы дали объявление? Вы ищете охранника? Это мы, верно. И не без резона, как видно. Мы пару дней подождали, никто не объявился. Вот мы и решили сами рискнуть.
Зря мы так. Надо было дождаться. А теперь неизвестно, что станет с бедным Гюго. Я бы мог за это взяться, но вам это дорого обойдется. Сколько ты хочешь? Цена честная. Ладно, я поищу его. А вы двое ждите тут. Иди сюда. Thank you.
Клинки свежая кровь. Это меч Гюго? Следы крови. Гюго может быть ранен. Тепло и сыро. Кикиморы любят, когда попрохладнее. Наверное, поэтому они держатся подальше. Холера, горячо. Как бы не обжечься. Нужна какая-то защита. Может, квен попробовать?